сделают ремонт. Ага. Внутри. В бочке. Внутри то. Да-да. Чтобы заключенные чувствовали себя полегче чуть-чуть. Ну да, потому что надо там и электрику поменять, и все. Ага. И канализу. Канализацию, да. Да. Друзья, это у нас тюрьма в центре города Торун. Мы сейчас находимся в Польше. Это суд. То есть суд, судили и сразу камеры сюда. Да-да, камеры есть. Узнали? 400 лет. Как говорит Збигниев этому, этой тюрьме, 300-400 лет. Ну это уже котель. Почти как каждый скажет. Ну, это вот так, это вот так же стиль. Такой вот исторический, красивый городок. Одна архитектура суда и тюрьмы. Одна архитектура суда и тюрьмы. Да-да. А это что у нас, вижу? Катедра. Вот это? Катедра, да? Да, суд, конечно. Здание красивое сделали. Ничего не скажешь. В этом здании в 46-м году власти коммунистические, на долгую тюрьму взяли патриотов поляков, тут посадили. Посадили, ага. Коммунисты, полские. Да, да. И на память этого. Памяти солдатов армии Краевой. Гарнизону Торун. С Торуня. Так, друзья, пока все. Сейчас пойдем дальше и на связь буду экономить батарею. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.